Всем привет, друзья, подписчики, клерикобуды. Опять я у кроликов. Пошла, наверное, от предыдущего ролика неделька. Может, больше, дней 10. Ну, не суть. Так, что хотела я рассказать и показать. В принципе, покажу всех, а потом дойду до нее и скажу. Так, пройдемся. Подряд. Серое я пробовал сегодня перепокрыть. Не кроется девочка. Потому что надо убрать от него малышню. На следующей неделе уберу малышню. И, в принципе, думаю, все будет нормально. Потому что она вроде в охоте. Но с малышней, что-то я заметил, самки хуже кроются. Или может просто, что жарко. Еще жарко. Да. Все. Детвора, так, идем дальше. Мой производитель, он поработал у меня вчера, поэтому молодец. Так, здесь вот крольчихи, кролицы 30 августа. Снимаю я, какой сегодня успеет, 27-го. Нет, 26 сегодня. Маточник я ей поставил. Сейчас прям открою. Она в маточнике. Сейчас покажу. Кровица она будет 99,9%. Потому что сама лежит он. А сделал вот такое гнездо. То есть углубление, все как положено. Значит, 99%, что она покрыта и все будет хорошо. То есть окрол будет. Такая вот красавица. Уже следующий ролик будет с малышкой. Так, здесь у меня белая с детворой. Тоже так не знаю. Раз в неделю я ж приезжаю, то есть заметно растут, все хорошо. Все растут, все прекрасно. Идем дальше. Эти мои проблемные самочки. Сегодня убрал маточник. Он уже не нужен, они уже начали в туалет туда ходить, поэтому маточник не нужен. Мамаша. Наполню два черненьких. Это ее крольчата. Ну, а белые тех, которых я подбросил. Как-то так. Вчера съездил за хвоей, туда мы уже не давал, даем сейчас хвою, едят прекрасно, поэтому как-то так. И покажу сейчас нижних, откуда я этих троих белых подбросил. Вот, а тут этой самочки. Здесь у нее все так же 7. Все так же идет, все хорошо. Все растут, все развиваются. Хотя мне кажется, это немножко меньше. Ну, да, 5 же кормить легче, чем 7, да? Ну, короче, это уже молочная хорошая. Любознательные. Тоже кинул хвою. Нет, это уже вторая ветка. Уже одну съели. Малыш пришел поздороваться. Куплю на следующей неделе вакцину, провакцинирую их. Тихо-тихо. Да. Идем дальше, ребят. Здесь крольчиха, которая прохолостила раз, она перепокрыта уже неделю, она сукрольная. Ждем через 3 недели окрол. Ну, все, прохолостила. Корова. Все, идем дальше.
Вот здесь на откорме. Не знаю, сколько они еще будут на откорме. Пока мне клетка не понадобится, пока и будут. Друг на друге лазят. Ну, как-то так. Такие уже. Ну, я их не взвешивал, но по размерам вижу, что у них живого веса 3 300, вот так вот где-то. От 3 до 3 300. 3 300, в общем, килограмма. Так. И какая у меня радостная новость, ребят. О чем я хотел рассказать. Вот, 25 августа я наконец-то, точнее я, Васек кролик, перепокрыл свою мать героиню. Поэтому с нетерпением жду ее окрома. Первый раз, напомню, у него было много. Я уже забыл сколько, но в районе 14-15 штук. И всех она подняла. Поэтому что будет в этот раз, не покажу. Ух ты, боится. Вот такая вот мать героиня. Какой будет второй крол, я не знаю. Это уже под конец сентября. Кролиться уже жары не будет, поэтому. Ну и холодно еще не будет, поэтому должно быть все хорошо. Что именно про эту самочку я и хотел сказать. Наконец-то, очень долго она не крылась. В охоте я не крылась, но позавчера у короля все получилось. Ладно, идем дальше. Здесь у меня на откорме троечка осталась. Сколько мне надо было, сколько я убрал. По-моему, здесь 4 было. Не хватит. На следующей неделе я этих уберу. Покажу. И здесь, ребят, была у меня клетка с кроликами, все, кроликов убрал. Да. И вот это осталось. Это матери героини предыдущий ребенок. Вот. Каждый раз их показываю, не знаю, вы замечаете, что они растут? А я замечаю. В принципе, все. Фух, все. Что хотел, показал, что хотел, рассказал. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. Что знаем, подскажем. Ну так все, ребят, в принципе. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.